Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы посмотрим игру на Android, которая называется Headshot ZD. Это своего рода выживалочка у нас, но сейчас вы, короче, все поймете. Так, и у нас, ребятушки, первое задание будет: недостаточно воды, исследуйте берег реки, чтобы пополнить запасы. Исследовать, вот у нас здесь показано. Больше мы пока сделать здесь ничего не можем, а почему, вы все потом поймете. Так, берег реки, уничтожить зомби мы пока не будем, вот давайте исследовать. Ну, естественно, нам придется начинать. Вот у нас персонажик такой есть, с дробовичком или с обрезом, в общем, неважно. Зомби не просто убить, цельтесь в голову. На самом деле это все ерунда. Мы просто вот так вот ходим и шмаляем в них. Все, в принципе, ничего больше от нас не требуется. Здесь... Да, ребята, нежданчик какой-то был. Ладно, давайте еще разок. Я просто этого не знал. Так, расстреливаем всех. Значит, в эту зону, наверное, лучше не заходить нам, получается, так? Все понятно. Я этого не знал, так что мне простительно. Вот, в общем, суть такая. У нас будет каждый раз вот такие вот уровни, где мы должны отбить определенное количество зомбарей. После того, как мы это сделаем, у нас будет уровень пройден. Вот как сейчас, например, победа, в общем. Так, мы тут получаем всякие штучки-дрючки. Вот сейчас нам дают воду, потому что у нас была суть набрать воды. Так что давайте открывать. Все, замечательно, отправляемся обратно в лагерь. Здесь мы можем с вами свой лагерь немножко обустраивать. Уровень лагеря повышен, вы видите все прекрасно, что у нас здесь дается. Следующий уровень будет пережить 2 дня. Ну, я думаю, что ничего сложного в этом не будет. И задание звучит так: недостаточно пищи, исследуйте ферму, чтобы пополнить запасы. Естественно, мы сразу отправляемся с вами на ферму и будем ее исследовать. Получаем мы здесь кукурузу. Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Это и есть еда. Кувырок позволяет увернуться от атаки. Кувырок. Это, я так понимаю, вот это, да. О-о-о, чуть-чуть и попался бы сейчас я этому зомбарю. Ух, не надо так, конечно, рисковать лишний раз. Вот перезагрузка, ой, перезагрузка, перезарядка меня, конечно, немного напрягает. Уж больно как-то он долго все это делает. Так, что мы тут получили, я не знаю. Не разобрался, но что-то мы из ящика подняли. Вроде бы как и все должно быть. Ага, все. Дудки. Так, близко к ним тоже не стоит стоять, потому что они могут хапануть тебя. Все вроде бы. Да, ребят, победа. Ну, это у нас идет, знаете что, типа обучение. Нас пока учат всем премудростям, а потом, естественно, нас бросят в бой без всяких там подсказок. В общем, все это мы с вами увидим в дальнейшем. Так, тут еще какие-то есть опасные зоны. Ну, в общем, мы это все с вами посмотрим. Выживание, 3-й день. Смотрите, у нас тут, ну, с едой вроде нормуль, с водой не очень хорошо. Так, давайте мы сюда с вами отправимся. Хелп там орут. Но давайте поможем. Кто там у нас просит помощи? Переключитесь на суперпатроны, чтобы дать бой орде зомби. В этой игре боеприпасы бесконечны. Хорошо, отлично. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. Ну, опять орда валит у нас. Сейчас мы с ними разберемся. Я надеюсь, разберемся. Ё-моё, что-то их тут дофига. О-о-о. Хорош так. О, 2 ящика есть у нас. Как же ты долго перезаряжаешься, а, чувачок? Блин, ну... Я надеюсь, тебя можно как-то будет потом укрепить, усилить, там, развить, я не знаю. Сделать тебе апгрейд определенный. Ё-моё, вы посмотрите, они меня прижимают все дальше и дальше. Так, тихонько, тихонько, не балуй. Так, вроде бы немножко, кажется, это последний. Да, ребят, давайте ящики вскроем. Так, ага, получили крышки. Шприц какой-то там непонятный. Ладно, все это ерунда, надо добить. Вот последний, надеюсь, 2. Но все или нет? Да, ребятушки, победа. И что у нас тут? Выживший успешно спасен. Голдблум. Угу. Значит, мы здесь еще, оказывается, будем с вами спасать кого-то. Соответственно, я так понимаю, их потом менять в команду или играть за них. Тоже с этим будем все разбираться, ребята. Развивайте выживших, чтобы повысить прочность ограды. Да вот так. О, уровень 3 у нас лагеря стал. Хорошо. Так, собирайте материалы, чтобы улучшить объекты в лагере. Недостаточно пищи. Так, тропинка у нас какая-то тут отмечена.
И мы с вами идем якобы за древесиной. На тропинку за древесиной. Ну, в принципе, все логично. Ага, вот они опять, эти охламоны, на нас идут. Ну, здесь такие, знаете, слабенькие. Крышки мы какие-то поднимаем, бутылочные. Напоминает мне чем-то Fallout Shelter. Так, давай-ка. А как, интересно, они говорили, цельтесь им именно в голову. Каким я должен макаром целиться в голову, если он стреляет? Тихо, 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 ничего себе вы тут. Так, вот эта зона мне не нравится, темная, честно говоря. Потому что оттуда вылезают зомби, они могут тебя схватить и просто-напросто зажамкать. Вот, ребята, вы не забывайте, что у нас здесь всего одна хпшечка. То есть одно касание, и мы с вами трупаки. Все, победа. Ну, так как у нас здесь обучение, естественно, мы здесь ничего не теряем. Даже если нас схватят и подобьют, мы, надеюсь, не теряем ни жизни, ни опыт, ничего. А суть у нас здесь, ребята, знаете, какая вообще в этой игре? Так, что это такое? Ух ты, мы с вами можем получать какие-то боевые предметы. Так, улучшите бак для воды, чтобы повысить максимальный запас воды. Ага, вот оно как. Ладно, давайте повысим. И также склад продовольствия нужно нам увеличить. Замечательно. Так, еще и ограду. Естественно, мы это делаем. Выживание начинается. Помните три главных правила. Игра заканчивается, когда кончается пища, когда заканчивается вода и когда заканчивается прочность ограды. Ребята, вот, в принципе, и суть нашей игры. Так что, поехали. Теперь мы уже сами по себе и будем выживать как можем. В общем, у нас здесь с вами дерево, крышки, какие-то патроны, ферма. Ферму могу улучшить, ребята. За 10 древесины. Давайте сделаем. Фу, 4 секунды, это хорошо. Так. Улучшили, да? Понятно. Так, а что мы еще можем здесь сделать? Смотрите-ка, здесь у нас входящие какие-то. Ага, супер патроны мне дают. Получаем, конечно же. Я не знаю, правда, для чего они, но думаю, лишними не будут. Так, настройки пока не надо. Рулеточка бесплатная. Ну, давайте крутанем. Играйте каждый день и получайте награды. Ну, ай-яй-яй. Ладно, хорошо, 10 патронов мне отправили почтой. До следующего бесплатной игры 25 минут. Ладно, что у нас в настройках? Оцените на Facebook, сохранить. Ах, вот, здесь, значит, сохраниться надо самому. Понятно, автосохранения здесь нету. Опять какие-то входящие, но я так понимаю, это патроны, да, которые у нас прислали на почту. Мы их забрали. Все, вроде бы здесь, так, особый. Доступно после того, как активирован магазин. У нас магазина еще нету здесь. Так, колодец. И бак для воды. Так, у нас с водой, ребята, 3 дня осталось. Если мы не построим, я даже не знаю, что и делать. Давайте-ка мы с вами посмотрим, что... О, смотрите, опять кто-то просит помощи. Здесь у нас ничего не доступно. Вот 3 только карты. Так, здесь еда, исследовать. Ну что ж, давайте приступим. Нам еда не помешает. Плюс мы здесь какого-то... спасем выжившего, даже вот так вот. Хорошо. Так, зомбарики. Крышки, опять одну крышечку получили. Пока не пойму, для чего они. Надеюсь, дальше, может быть, мы в магазине сможем за них отовариваться. А почему бы и нет. Все-таки это у нас игра на выживание. Тут в цене крышки. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Откуда здесь еще какой-то доберман появился? Ё-моё, ну зомби, естественно, доберман. Так, ой. Ничего себе ты там, прыгунчик. Ух. Ага, вот оно как, ребят. Значит, здесь будут не только вот эти вот ходячие, еле передвигающие ноги зомбари, но и довольно шустрые всякие собаки. Я предполагаю, что в дальнейшем будут не только собаки, и еще тут всякие какие-нибудь монстры, мутанты. Кстати, ребята, здесь будут боссы. Я, по крайней мере, видел их на скриншотах. Ух, не знаю, что они из себя представляют, но игра... А мне уже нравится. В принципе, ничего сложного в ней нет. Достижение получил. И смотрите-ка, я забрал к себе выжившего. Нанять или отклонить? Хм, тоже с дробовиком. Я вот единственное думаю, что если я нанимаю вот этих вот выживших, надеюсь, они не употребляют слишком много воды и еды у меня на моей базе, что мне придется потом в 3 раза сильнее рвать свой зад, чтобы их всех обеспечить едой. Уровень лагеря 4 у нас. Так, переживите 7 дней теперь, да, у меня только 6 идет. Так, недостаточно воды и недостаточно пищи. Смотрите-ка, мне тут показывают новый уровень. Ну-ка,
Смотрите-ка, тут у нас... Что такое? Вот эта вот фигня висит тут. Для повышения требуются значки и боевые предметы. Ладно, повышаем. Ли у нас повышается по уровню. Поздравляем с повышением. Обратите внимание, повышение значительно увеличивает, понятно, характеристики бойца. Хе-хе, вот все-таки, ребята, есть оно, это дело. С повышением, это хорошо. Вот еды у нас мало и воды. Ого-го, мне надо что-то как можно скорее предпринять. Ребят, я не знаю, давайте, наверное, мы сделаем с вами исследование сейчас. Так, могу здесь? В принципе, могу. Осталось 2 дня всего лишь выжить. Еще раз повторю, если у нас закончится вода, еда или пробьют у нас ограду, мы с вами покойники. Так, а тут вообще один день осталось. Ёлки-палки, естественно, нам нужно с вами отправляться там, где вода есть. Тут еще какая-то опасность на ферме. Ху-ху. Блин, игра становится все интереснее и интереснее. Так, здесь нужен 5-й уровень лагеря, понятно. Берег реки, я думаю, здесь, наверное, будет у нас и водичка, да? Да, водичка. Тут также у нас какой-то будет выживший. Ого. Так, а это что такое? Ну-ка, могу ли я это как-то активировать? Боевое снаряжение, по крайней мере, я вроде активировал. И граната. И что у меня теперь из этого получается? Особая рукоять. Ах ты, ребята, видели, да? Я все это на себя надел. У меня теперь... Оу, у меня есть гранаты. И знаете, что у меня появилось, ребята? Еще одно касание. Теперь у меня не одна хпшка, а две. Вы посмотрите, наверху вон обозначены сердечками. Так, перезарядка, ё-моё, ты же вроде улучшен у меня. Чё ты все равно медленно делаешь-то? Шикарно, отбиваем там. Подожди, кто-то ползет. Нет, был новый монстр, но я его почему-то шлепнул быстрее, чем... О, разглядел, кто это такой вообще там был. Все, да? Есть. Хе-хе, люблю такие коротенькие маленькие миссейки. Достижения получаю. Так, я могу нанять выжившего. Гиро. С пистолетиком. Нафиг он нам нужен, по идее, да? С пистолетом. Мне нужно или снайперская винтовка, или автомат, или пулеметчик, что-нибудь такое. Это крышки, крышки и вода. Вот, мне нужна была вода. Топливо. Ах, ребят, смотрите, я трачу S-патроны на открытие остальных ящиков. А я думал, что здесь всего 3 попытки. А оказывается, дудки. Так, давай не будем сейчас мы это все делать. Опять недостаточно воды. Так, на выживание, заберите награду. Давайте заберем награду. О, 5 патронов. Я так понимаю, это S-патроны, суперские которые. Так, у нас здесь входящие еще есть. Ну-ка, что вы там нам? Вот они, суперпатроны. За суперпатроны, как вы поняли, мы можем с вами открывать дополнительные ящики. Но также мы можем использовать их в бою, потому что они наносят якобы увеличенный дамаг. Так, ну-ка, где у нас тут еще? Вот они, 5 патрончиков. И все, что ли, да? Походу, ребята, все. Так, ладно, давайте возвращаться обратно. Да что такое, входящие все равно висят. Ладно, у нас тут еще и задание. Всего-всего дополна. В общем, с этим надо разбираться потихоньку, не спеша. Так, воды у нас вроде бы пока хорошо, да, на 3 дня хватает. А вот с едой, по ходу дела, всего лишь 1 день. Нам нужно, по идее, ребята. Так, мы здесь поставим. Быстрее искать себе пищу. А вот наш лагерек. Смотрите, они все таки стоят, веселенькие. Блин, а может быть грустненькие, фиг знает. Там лица не разобрать, одни квадратики. Ладно, вперед, ребятушки, и за жрачкой. Где у нас еда, интересно, а? Находится. Так, это у нас больничка. Здесь заправочка. На заправке мы какие-то бензин. И, я так понимаю, болты. Так, это лес у нас. Вот, вот, нам нужна еда, ребята. С водой никаких проблем у нас. А вот со жрачкой лес тоже нам не нужен. В общем, ребят, давайте исследовать. Ух, побежали, короче, мы сейчас тут всех валить. Мы идем за едой. Наш лагерь требуется... О, тихо, тихо, ты смотри-ка, а? Ну хорошо, что у меня 2 хп, ребята. И она все-таки куснула меня разок. О, надо быть аккуратнее, видите, никогда не знаешь, когда эти гаденыши оттуда вылезут, из этой темной зоны. Ага, так, отлично. Хе-хе, нормуль, граната мне понравилась. И по ходу дела больше гранат у меня не осталось, да. Ну что же, победа. Мы давайте здесь, наверное, все заберем, да? Будем забирать все, даже болт. Можно, конечно, смотреть все вот эти вот видики, которые нам дают дополнительные бонусы. Но, ребят, ну, честно говоря, мне потом при монтаже все это вырезать не хочу. Да и вам нафиг оно нужно, это реклама, смотреть ее лишний раз.
Будем так. Так, опа-на, у меня открылся магазин, ребята. Ну-ка, давайте в него зайдем. Тут, говорит, можно купить ресурсы за деньги. А нет, смотрите, за крышки. Поиск воды. О, на 10% лучше идет, да? Давайте-ка мы с вами сделаем. У меня еще 7 крышек есть, а, соответственно, я могу что-то еще купить себе. Так, ух ты, максимальный уровень всех выживших. Максимальный уровень всех выживших я могу поднять себе. Тут 500 крышек, это, конечно, уму непостижимо. Что взять-то, а? Давайте вот так вот сделаем с вами. Все, ребят, пока у меня больше ничего нету. Смотрите, максимальный уровень с 4 до 6 у меня поднялся. Так, здесь у нас... Во входящих что? Наверное, что-нибудь прислали? Ага, патрончики, спасибо вам большое. Патрончики, они нам пригодятся. Так, задания мы какие-то с вами выполнили. Давайте-ка глянем. Ага, 5 патрончиков, отличненько. Ну, будешь ты... Нифига не хочет почему-то, ребята, опускаться дальше. Опять какая-то фигня. То бишь, я получаю награду в заданиях, да, и они мне автоматически отправляют сразу же на почту. Выходит так. Ага, вот еще 5 патронов. Все, и опять у меня, наверное, ну да, во входящих, как обычно. А здесь-то что нужно? Подписаться. Ну, этим я пока заниматься не буду, как-нибудь перебьемся. Так, ну что, ребята, у нас здесь пока вроде бы нормуль все. Так, 3 дня у нас воды осталось, а еды на 6 дней. Хо-хоу. Так, нам, по идее, нужен лес, да? Чтобы как-то улучшать поиск выжившего. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что это за поиск у нас здесь. Ох, ничего себе надавали-то. Я хочу вот этого, ребята, S+. S+, это получается... Ой, 500 крышек нужно для того, чтобы его нанять. Но зато, посмотрите, он просто суперский. Блин, и причем с автоматом, а? Ай-яй-яй, где же эти крышки-то брать? Смотрите-ка, у нас тут кукурузка, тут лес, а тут у нас горючее, больничка, шприц какой-то. Ну, здесь мы не можем с вами. Ну, давайте, наверное, вот это вот, или... Подождите, ребята, еда, лес. Нам нужен лес, по идее. Давайте-ка мы с вами пойдем немножко побомбим и заработаем капельку леса, чтобы мы могли с вами что-то улучшить у себя на ферме. Так, что у нас тут? Опять же тихоплеты идут. Ну, это ерунда. Так, ящик. Оп, забрали крышку, получили одну. А вы представляете, ребята, 500 крышек заработать для того, чтобы купить себе супер элитного бойца. Ах, как ты медленно перезаряжаешься, олух, а? Давайте шмалять. Все у нас пока идет хорошо. Зомби ватный, так что особо переживать нечего. Так, опа-на. Что это я такое получил? Непонятную какую-то штуку опять. Ну, это хорошо. Я люблю получать призы. Я думаю, они нам пригодятся в дальнейшем. Что, все или нет? Да, все, ребят, победа. Очередная наша победа. И мы спасаем с вами Катрину, снайпер. Давайте ее возьмем к себе в отряд. Я не знаю, насколько она хороша, но, тем не менее, со снайперской винтовкой, я думаю, что должна быть замечательная персонажка. Так что забираем здесь все ящики. О, сколько древесинки мы набрали с вами. И пищи даже маленько прихватили. Игра заканчивается, когда кончается пища. Я уже это понял. Так, для быстрого улучшения. Нет, спасибо. Даже здесь успевает сучарить свой донат. Нет, мы это закрываем. Мне это пока не нужно. Я буду пытаться выживать своими силами. Так, что у нас тут? Предметы. Ага, тут вот у нас, значит, закрышки все. Также у нас тут какие-то, ребята, будут жетоны. Ладно, ящики с припасами. В общем, все понятно, да? В принципе-то как бы. Ничего такого трудного нету. Нам надо что-то улучшить. У нас ферма первого уровня. Нафиг она нужна, давайте ее улучшим. Так, 1,5 минутки она будет улучшаться. Здесь... Здесь тоже, кстати, можно. Блин, воды теперь мало. Да что ж такое-то, а? Вроде бы воды было на 3 дня, блин, опять уже один день. Они меня просто подначивают. Парень, иди за водой, иди воюй. Некогда тебе тут расслабляться, ты не должен отдыхать. Тут у нас уже и дождик, причем как-то довольно темно. Темнее даже, чем... О, тихо, ё-моё. Чуть-чуть бы сейчас схватил меня, гаденыш. Так, ладно, хорошо. Знаете, по графике мне напоминает какую игру? Наверное, многие из вас играли. Это, как называется? Ой, дай в памяти мне сейчас вспомнить. Фа, Шелтер. Хотел сказать Fallout Shelter. Игру кто-нибудь играл в Шелтер? Так вот, там практически такая же графика. Да-да-да. Я ничего не путаю, так оно и есть. Ну что ж, ребята, хорошо. Мы с вами здесь победили.
набрали то, что нам нужно. Ох, сколько водички. Я буду открывать все. По крайней мере, у нас с вами хватает S-патронов, да? Сколько? 260, нормально. Давайте с вами вскроем. Естественно, возвращаемся в лагерь и посмотрим, что они... Сейчас они скажут мне, наверное, давай еды тащи быстрее, да? Выживание, 10 дней. Недостаточно воды, недостаточно пищи. Да как так-то? Да не может этого быть. Вы посмотрите, сколько воды у вас по шкале. Осталось 3 дня. Ладно, здесь тоже 3 дня. Но че вы бзите-то раньше времени? 3 дня я могу еще тут дурковать. Угу. Давайте, наверное, улучшим ферму, может быть. Хотя мало очень дерева у меня, ребята. Угу. И щит у меня остался. Ну как щит? Я имею в виду ограда. Всего лишь 50%. Блин. Так, давайте-ка, наверное, что-нибудь с вами и выучим. Давайте, наверное... Так, материалы. Нет, материал не очень. Вот пища нам, наверное, пригодится. На 10% больше пищи будем находить. Так. Ограда пока еще терпит. Так что на ней мы пока зациклиться не будем. А вот что-то надо делать нам с водичкой. Может быть, улучшить воду. Или продовольствие. Хрен его знает, или ограду, а? Давайте, наверное, ограду с вами сделаем, ребят. Ну что, 60 древесины потратим. Фиг с ним. И пойдемте тогда еще, наверное... Блин, да когда же я получу 5-й уровень-то, а? Чтобы пройти мне уже на поле. Так, ладно, нам нужна и вода, и древесина. Черт, у меня только выбор. Либо древесина, либо вода. Я выбираю, ребята, древесинушку, потому что мы протратили с вами довольно неплохо. Давайте здесь... Всех зачистим. Ну, как вы понимаете... Ух ты, это что за ползун такой был, а? Вы с каждым разом будете мне все мощнее и мощнее давать всяких зомбарей и монстров, я так понимаю, да? Видимо, да, ребята. Так что всегда надо быть начеку. Хорошо, что у меня есть бронежилет. У меня 2 касания, то есть я могу еще тут как-то выживать. А с одним касанием было бы, наверное, очень-очень тяжело. Ну все, забираем здесь абсолютно все. Все, что нам дадут. Интересно, а вот эти вот гайки для чего нам с болтами? Видимо, тоже куда-то пойдут. Вот, вот, ребята, видите? Вот это вот босс, наверное. Там такие уроды ползут, я посмотрел. Ух, ужас. Так, что здесь такое? Добавьте 7 друзей, получите выжившего ранга S+. Давайте, приглашу. Ну что, ребята, пригласить пригласил, но пока они не войдут и не активируются, мне ничего не достанется. Так, у нас тут можно что-то улучшить. Давайте с вами колодец немножко увеличим. И я так думаю, что... Давайте ферму. Ферму мы с вами сделаем. Все, у нас с древесиной опять проблемы. Черт бы ее побрал, эту древесину. Нам надо опять с вами идти на исследование. И опять же нужна вода, и опять же нужна пища. Ё-моё! Тут еще кричат какая-то опасность. Уничтожить зомби, исследовать. Интересно, вот тут помощь просят. Блин, там помощь полностью, а тут опасная зона. Ну, давайте в опасную зону зайдем, посмотрим, чем она опасная, ребята. Так, здесь я ничего не могу сделать. Лазерный прицел. Это, видимо, когда ты играешь за снайпера, по ходу дела. Стимуляторы какие-то я могу взять. Но на данный момент я ничего не могу взять, потому что у меня... Почему-то у меня нету ни бронежилета, ни гранат. Это все не отмечается и в то же время по нолям. Странно, подстава какая-то. Да, ребята, у меня одно касание. Ох ты, ё-моё, ты чё чудишь-то? Фу. Ты хорош так, а, братиша, ё-моё, Ли. Ты же Ли, ты же не Брюс Ли. Чё я несу? Ладно, ребят, не будем отвлекаться. Нам нужно здесь разбираться с этими охламонами. Здесь очень много прёт. Вот почему она называется опасная зона. Потому что здесь очень много. Иди сюда. Так, что-то мы опять с вами получили, и у нас перезарядка. Ну все, нормуль. Ребят, мы здесь одолели. Забираем. Ох ты, там даже жетончик нам какой-то выпал. И я его, естественно, заберу. Как ни крути. Вот он, бронзовый жетон. Интересно, для чего он вообще нам нужен? Но в дальнейшем, я думаю, мы с вами узнаем его, как говорится, предназначение этого жетона. Так, смотрите, у меня щит-то увеличился. Хорошо. Или наоборот уменьшился. Фиг его знает. Ну что, нам нужно что-то с вами делать далее. Так, с деревом у нас хреновенько. Я так понимаю, вообще тут совсем... Хотя с водой зашибись, а вот с едой плохо все. Потому что шкала еды. Может быть, сходить в больничку, посмотреть, что это за шприц.
Так, заправка. Заправка. Тут у нас, видите, мы как-то с вами играем, почему-то даже не тратим бензин. Хотя, по идее, он здесь должен быть. Мы должны каждый ход свой использовать одну баночку, точнее, одну канистрочку бензина. Но здесь почему-то нет. Может быть, это опять же только на начальных уровнях. Дальше будет все совсем по-другому. Опять же, с этим будем разбираться. Ой, ты какой пупсик бежит, смотри. Оп, и нету пупсика. Видите, да, даже дети-зомби здесь есть. Ё-моё. Ладно. Так, давайте шкварить здесь всех по чернаку. Это последний, нет. Тихо, вот эта псина мне не нравится. Не, нормуль, все у нас обошлось. Я ее успел подбить. Но почему-то по ней тяжело как-то попадать. Ох ты, сколько нам дали и горючки, и этих гаек с болтами. Все буду забирать здесь. Да, конечно, я трачу свои С-патроны, но будем надеяться, что это все не зря. Так, надо будет мне... О, ну неужели у меня лагерь уровня 5 стал, а? Хе-хе, что это такое? Аркада. Так. Это у нас какой-то новый режим, что ли? Пум-пум-пум-пум, я даже не знаю, что делать-то. В общем, вижу я, что на нулевом рейтинге в данный момент нахожусь, а у остальных там, ух ты, больно круто все. Так, ладно, давайте мы начнем, наверное, да, с вами. Фиг знает, что почем, может быть тут... Так, зомби нужно убивать только выстрелом в голову. Но это все понятно. Да кого же вы мне дали-то, какого-то щегла, блин? Да ну нафиг. С пистолетом, с этим дерьмовым. Да Это что, это что такое было? Ядрёно ты вошь. Ага, новый мировой рекорд, конечно, только не от меня. В общем, ребят, я понял здесь принцип игры. Отбиваться от всех, набивать себе рейтинг. Ну и получать за эти какие-то плюшки. В общем, это сейчас не для меня, не для моего уровня, поверьте мне. Я лучше буду здесь сидеть себе тихонечко и развивать свой лагерь. Нафиг мне это пока не нужно. Так, вот у нас, ребятушки, открылось поле. Да какого фига ты мне здесь? У меня вот Ли. Давайте мне его сюда. Я могу там выбрать, конечно, и другого персонажа, но этот мне больше всего нравится, потому что у него все-таки масуха. Он с дробовичком, он шутить не любит. Давайте приступим. Смотрите, там наверху труп такой валяется разорванный. Я надеюсь, он не встанет. Да, ох ты! И помню эту девочку с плюшевым медвежонком. Была она только что недавно на выживалке. Так, хорошо, перезаряжайся. Фермеры идут, прут на нас, так сказать. Всех будем валить здесь. Слушайте, интересно, а могу ли я... Так, задание на выстрел в голову выполнено. Ну что же, хорошо. Только я так и не понял все-таки, как они хотят, чтобы я попадал и... Опа, там что это за чувак? С баллоном был, вы видели, а? Какой-то камикадзе. Это уже, я, насколько помню, третий или четвертый вид. Опа, на, смотрите, как, какая-то херня. Улитка там еще ползет тоже. Ни с того, ни с сего, блин. В общем, с каждым разом, чем дальше мы с вами проходим, тем сильнее и серьезнее у нас будут противники. Ну что ж, давайте, наверное, вскрывать здесь все. У нас с вами патроны пока еще есть. Так, бензин можно получить на заправке. Только толку от этого бензина. Может быть, у меня будет какая-то машина потом, а? Хотя я почему-то сомневаюсь. Так, улучшить, да? Можем мы. Нет, у нас с деревом пока не очень все хорошо. Ничего мы улучшить не сможем с вами. Так, а могу ли я вот здесь вот... Нет, ребят, походу не могу. А хотел я было его улучшить как-то. Но, по всей видимости, пока еще рановато мне. Так, это опять у нас тут донат. Что, нам здесь ничего не надо? Так, входящие задания. Ну, давайте посмотрим по заданиям. Забираем, это мы тоже забираем все. Так, что еще? Ага, вот еще 5 патронов. Патроны нам нужны, ребята, вы как поняли. Для того, чтобы я мог открывать как можно больше сундуков этих и набирать оттуда весь лут. Так, вот так, отлично. И что еще? И еще здесь у нас, ага. Так, забрали. Это у нас сейчас все на почту, я так понимаю, летит или нет? Замечательно, короче. Так, а теперь, по ходу дела, надо все это забрать отсюда. Ну, конечно, немножко это глупо. Могли бы сразу бы кидать мне в инвентарь это все. Зачем они мне все это на почту скидывают? Ладно, тем не менее, мне придется все это забирать. А тут, в принципе, не так уж и много. Но, тем не менее, мы с вами патронов 30 так набрали.
И это хорошо. Так, последние патрончики забираем. Плюс 10, замечательно, все. Так, в настройки я не полезу, наверное, ребят. Там все равно нам ловить нечего. Так, у нас тут, смотрите, лагерь, выживший, магазин. Так, выживший, ну-ка давай. А, вот, смотрите, ребята, могу повысить. Конечно. Ё-моё, вы посмотрите, что нужно для того, чтобы я его смог проапгрейдить на 3 звезды. У меня нет столько ресурсов для этого. Так, Катрина, новый уровень я и поднять могу. Так, да? Слушайте, я даже не знаю, стоит ли вообще это делать, а? Если я вообще буду ей играть. Но также я могу повысить ей и оружие. Вот для чего нужны гайки и болты. Поняли, ребята? Ха-ха. Все очень даже хорошо складывается. Так, новый уровень 40-й. Ё-моё, 50-й. По идее, она у меня так бомбить должна, что о-го-го. Все, это предел. 7-й левел у нее. Обалдеть. По-моему, мой Ли теперь... Нет, мой Ли все-таки покруче, потому что у него очень много жизней. Вы видите. Или это не жизни, фиг знает. 449. Что это такое может быть? Пока ума не приложу. В общем, давайте тогда с вами еще продолжать играть. Уж больно как-то она меня так затянула. Ничего, в принципе, здесь сложного нету. Но и в то же время не так легко, как и кажется на первый взгляд. У нас все здесь упирается в наши ресурсы. Поэтому, ребята, давайте с вами исследовать. Смотрите-ка, у нас здесь... Так, тут нужен 6-й уровень лагеря. Больничка, заправка, где мы можем бензин, гайки, болты. Здесь древесина. Давайте-ка, наверное, с вами сходим за древесинкой, да? Ну и кто у нас тут будет встречать опасность? Ох ты! Что тут такого опасного? Так, пока идут обычные зомби, я вижу. Ну, давай, иди сюда, хламон. Хедшот мы ему сделали. Давай валим. Так, перезарядочку делаем. Интересно, а можно будет себе как-то здесь улучшить магазин? В плане того, что, ну... Тихо, псина, иди отсюда. Я знаю, ты быстро бегаешь, поэтому надо подальше от тебя держаться. Давай, иди сюда. Опачки, отлично. Чем больше хедшотов... А, ребята, 449, это, по ходу дела, у нас был обозначен наш дамаг. Вот оно что. Так, замечательно. Ох ты, колючая проволока. Она мне, наверное, пригодится, поэтому мы сейчас с вами будем здесь забирать все. Гранаты 4 штуки. Ух ты, бронзовый жетон. Ну что же, ребята, я вам могу сказать только одно, что нам фартит, везет, и надеюсь, нам это как-то поможет в дальнейшем развивать наш лагерь. Давайте сделаем вот так вот. Всего лишь 1,5 минутки подождать. А здесь, да, и хочется, и колется, как бы. Но зато мы с вами сможем улучшить склады все эти. Но все равно нам нужно побольше, ребята, побольше материалов. Без них мы здесь долго не протянем. Я не хочу рисковать, чтобы мы были с вами на пределе. Давайте посмотрим, что такое уничтожить зомби, а? Черт подери, снайперка, да? Это у нас будет, я не знаю, что это будет. Получим мы или не получим. В общем, пока не проверим, мы не узнаем, что это вообще за миссия такая. Уничтожить зомби. Хорошо. Так, пока я вижу... Опа, это кто такой? Это кто такой? Ого! Это у нас футболист, ё-моё! Ятрить, вы видели там, кто вышел, а? Прикольно. Слушайте, ну если мы с вами сможем развиться довольно хорошо, я думаю, должны затащить, в принципе, уничтожение зомбарей. Хотелось бы посмотреть, что нам будут давать за прохождение тех миссий. Я думаю, какие-нибудь очень даже вкусные плюшки. Так, ну что, с едой пока нормулю, вода тоже хорошо у нас, улучшать. Улучшать что? Нужна древесина нам, ё-моё, блин. Я хочу выйти уже все-таки на шоссе и там немножко побегать. Уж больно мне хочется. Так, ладно, поехали. Тут у нас опять дождик, куча зомбарей разорванных лежит, вы посмотрите. Опа, это кто такой? Это кто такой? Это кто такой вообще был? Что за хрень? Что за богомол, блин, с шипом, а? Так, вылечить инфекцию, конечно же. Я не хочу заболевать, потому что, если вы не знаете, ребята, я приду в лагерь зараженным и могу здесь заразить всех. Это тоже очень опасно. В больничке кто-то просит помощи. Даже не знаю, что и делать, ребята. Даже не знаю. Ух, понеслась душа в рай. Ну, здесь у нас будут все как обычно. Обычные зомбари, которых мы будем сейчас с вами расколбашивать. Я только и получаю достижение за достижением. Какой-то лох там чем-то бросается, ползун ползет. Так, опять этот слизнюк ползет. Всех мы их в расход пускаем. Абсолютно всех. А этот вот, это ведьма какая-то, смотрите. Опа! Бросает какую-то свою каку в меня.
но ей, как говорится, не удается меня заразить. Да отвали ты от меня, что ты, блин, присосался-то, а? Так, тут у нас какой-то профессор. Опа, вот она, опять эта тварина ползет. Опять ползет, и, да еще и доберман. Ох ты, обманул. Так, надо, черт подери, еще и ребенок здесь. Ё-моё, ребята. Хорошо, что немедленный, а? Сейчас бы укусил бы меня за зад, гаденыш. Ну-ка, давайте, вот так. И еще разочек. Так, доберман остался, и маленький пупсик бегает здесь. Какой-то еще хрен поймешь кто, смотрите. Опа, это что, что он такое делает? Ё-моё. Фух, повезло, от добермана мы избавились. Смотрите, какой чувак. Что-то он там, я не пойму, это огонь у него или тряпка какая-то красная. В общем, он чем-то в меня хотел швырнуть. Фу, наконец-то победа, ребята. Фу, блин, шикарно, шикарно, ничего не могу сказать. Очень хорошо, забористо. В общем, держит меня в напряжении, особенно во время боя. Я обожаю свой лагерь. Я хочу в него вернуться, там спокойно, тихо. Там ждут меня люди, там костерчик. Мы все-таки там обсуждаем свои проблемы, свои там дела житейские. Так, у меня с древесиной вроде бы пока хорошо. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И увидимся уже с вами в новых видосиках. Всем пока, ребята, удачи!